Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии нипочем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артема. За тебя, Артем. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать на их трущобах на лист. Вы, грубые солдаты, у нас как смеете заходить в мир. Я имею полное право свободно передвигаться в метро. В тот самый момент, когда на нас были жесты, я сам сделал этот выбор. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Я тоже как-то дураковался. Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Как хочешь, ищи сам тогда. Дяденька плохой, дяденька жлоб. Жадина. Жадина. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно.
Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков вылезла. Если будем друг друга прикрывать, все таки... Чё за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идёшь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банку. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый валяк. Пощады никто не желает. Атас, братаны! Чем я? Откуда? Пацана завалил!
Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Не выделываться. Ещё жить охота. Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Не выделывайся там. Мне еще жить охота. Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Вылезайте, смотрите, гребаные! Папа пришел!
Это боевая дрезина Ганзы. Ищем братву. Теперь все ништяк, можно идти. Обрушение тоннеля, мать. И такая лестничка красивая рядом. Засада зугам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по шмурам, может найдешь чего и двинем.
Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Ну и песня. Слаще Владимирского Централа. Но страшно. Братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки, кого вы за собой притащили? Упыри! Семен, заводи дрезину, спасем этих полутрупов. Артем, держись, нам сегодня карта прет! Его. Эти ребята вообще юмора не понимают. О-о-о, какая встреча! Может быть, это обманули? Нет, это Бурбон, собственной персоной. А я уже не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто-то пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен.